Ну, в Москве идет дождь, ну и, соответственно, у нас идет дождь. Тут воду скачал с одной бочки, а то на дом брызгало. Вот. Из-за дождя пришлось остановить постройку гаража. Вот. Я не особо сильно продвинулся вперед. Однако, вот видите, на какой стадии нахожусь. Тут уже отрезал, вот где алюминиевая балка лежит. Вот тут еще одна перемычка должна быть. Вот, но, блин, в дождь не полезу и не буду варить. Вот, занимаюсь так делами. Вчера у нас вырубили свет. Вот, и я не мог там ни пилить, ни варить. Однако, смотрите, что я победил. Здесь был огромный-огромный корень. Вот то, что вы увидите, это вот таких размеров, я его пытался окопать. Вот, от него вот тут еще торчат корни. Вот, но в дождь тоже не буду ковырять им. Так, по чуть-чуть иногда достаю, что-то там вырвал. Кинул, вырвал, кинул. Вот. И сейчас изготавливаю кронштейны под камеру. Вообще, как бы в мастерской, блин, полно работы. Во-первых, бензопила как бы накрылась. Ну, как накрылась? Цепь вместе с шиной. Вот. Потом, ну, с этим вроде закончил, да? Сейчас пытаюсь супруге сделать, чтобы она грядочки у себя могла полоть там, вскапывать. Эту штуку пытаюсь сделать. Так, теперь вот из этого металла делаю крепеж под камеры. Будет спереди и сзади камера стоять. А интерактивная, которая сама будет следить за какими-то движениями и еще за чем-то. Вот, ну, в общем, пока продолжаем. Вот. Что у нас там? Кирочка, да? Что, она службу несет? Службу несешь? Охрана нормально, все работает? Периметр все нормально? Чужих нету? Ну ладно, все, охраняй, охраняй. Не буду тебе мешать. Не, она тут прошлась, короче, такая что-то нюхала, нюхала вдоль забора. Короче, такая туда-сюда, короче, металась. Вот, и потом такая, раз, смотри, все, ушла. Ну, проверила. Нигде никаких следов нету. Взломов нет, проникновений нету. Ага, все. Пошла я на рабочее место. И пошла к себе в будку. С самого утра, да я думаю, и ночью тоже шел. У нас идет дождь. Вот, соответственно, постройкой гаража я не могу заниматься. Но решил заняться мелкими делами в мастерской. Давно собирался реанимировать. Я нашел где-то, или кто-то отдал, не помню, поломанную кормушку для собак. Вот. Здесь вот я просто переварил, а то здесь такие маленькие были, видимо, под маленькую собаку. Вот. И здесь, соответственно, болт вылетел. И вот я проварил ее. И вот сейчас будет неплохая кормушечка для собаки. Вот. Потом, что я хотел еще сделать? Закончить с кронштейнами под видеокамеры. Надо на них зонтики сделать. Вот. И что-то я еще хотел. Ну, это в процессе уже будем. Короче, пока занимаюсь всякой мелочью.